Это что еще такое? Они не уйдут. Я в ловушке. Что делать? Напиши в комментариях. Уже совсем темно. Где же мама? Может, пойдем поищем ее? А если она вернется, а нас дома нет, то она пойдет нас искать и будет еще хуже. Нет, никуда не идем. Подождем ее еще часик. И если она не вернется, тогда позвоню в полицию. Она ушла 5 часов назад и до сих пор не вернулась. Она не могла зайти к подруге и ничего нам не сказала. Наша мама так бы никогда не сделала. С ней что-то случилось. Да у меня нет номеров телефонов маминых подруг. Точно, мама! Где ты была? Я тебе дозвониться не могу, уже в полицию звонил, думал идти тебя искать. Ой, телефон остался в сумке, вместе с документами, кошельком. А сумка где? Ой, в сквере осталась, возле лавочки. Ты можешь нормально объяснить? Я шла через сквер, а там прямо ко мне навстречу вышло какое-то странное существо. Потом еще одно. Я не знаю, что это. Я такого никогда не видела. На что оно было похоже? Я не знаю. На какого-то головастика на ножках, что ли. Головастика на ножках? Ты испугалась головастика? Так эти головастики были размером больше Эммы. Меня спас какой-то человек. Там была какая-то вспышка, и эти головастики замерли. И в этот момент мне удалось убежать. В общем, все, я так устала, я иду спать. Надо еще подумать, как вернуть назад сумку. Ведь в сумке остался и кошелек, и документы, и водительское удостоверение. В общем, все там осталось. Ну, ночью сумка точно никуда не денется, а вот утром ее найдут и заберут. Ну и что ты предлагаешь? Нужно рано утром встать и сходить за ней. А головастики? Давай пойдем вдвоем, я биту возьму, они побоятся к нам подойти. И я пойду с вами. О нет, ты точно остаешься дома. Ладно, давай завтра на рассвете вернемся в сквер и будем надеяться, что сумка там нас будет ждать.
Другого варианта нет. Ну а сейчас все спать. Лавочка, возле которой я встретила вот этих головастиков, находится вот там. Первого головастика я увидела где-то в этом районе. А второй вышел прямо ко мне навстречу, вон оттуда. Ну, сейчас здесь никого нет. Да. Моя сумка! Она на месте! Моя сумка! Так, кошелек есть, телефон есть, документы есть, все на месте, я так рада! Это хорошо, а то я боялся, что тот человек, который прогнал твоих головастиков, забрал твою сумку. Ну, он не то чтобы их прогнал, он скорее оглушил или даже ослепил вспышкой света. Человек стоял вот там, за деревьями. Я сидела здесь, на этом заборе, а головастые твари стояли прямо вот здесь, на этом месте. А там лежит кто-то, ты видишь? Да, точно. Эти твари могли напасть на него. О, нет! Куртка! Это просто куртка. Да, но она вся в крови. Неужели эти твари напали на него и убили? С этим человеком явно что-то произошло. Но он жив. Смотри, тут куртка разорвана. Да, точно, здесь дырка. И кровь. Скорее всего, его схватили за куртку, а он вывернулся и убежал. Поэтому рукав и разорван. Что это? Я не знаю.